Гигиена в те времена имела несколько иные правила, причем настолько, что обычаи тех времен заслуживают воплощения в фильме ужасов. Ванная раз в год, лопы в подушке и ночной горшок под кроватью. Реалии не столь далекого прошлого, в которых приходилось жить большинству жителей средневековой Европы. Немытые руки. Мыть руки хотя бы раз в день начали только в 18 веке зажиточные жители Нидерландов, а до той поры обычные горожане ели немытыми руками, что совсем не способствовало продолжительной жизни. Использование воды на несколько раз. Помыться в чистой воде, в которой за тебя не побывала вся твоя семья, было редким явлением. Одиночный душ был для людей средневековья чем-то из области фантастики, особенно для тех, кто жил в большом коллективе. Стирка была совсем нерегулярным делом. Стирать одежду было принято пару раз в году, в самые критические моменты. Вместо стирального порошка использовали смесь мочи, щелочи и речной воды. Умывание мочой. Лайфхаки с использованием мочи не ограничивались сферой стирки, а также использовались в средневековой косметологии. Мочой часто умывались. Горшок под кроватью. Отдельная комната с унитазом – детище просвещенного века. В средние века горшок под подушкой был большой роскошью. Держали их обычно под кроватью, время от времени выливая содержимое прямо из окна. Туалетной бумаги не существовало. Потребность туалетной бумаги и ее подобие испытывали еще наши пещерные предки. Римляне держали для этого в туалетах губки коллективного использования, но обычно наши предки ограничивались руками или охапкой листьев. Полы состояли из мусора. Земляной пол, присыпанный соломой и обильно удобренный наслоениями мусора, столь же будничный сюжет для жителя средневековья, как для нас паркет или ламинат. Клопы в кровати. Без пары укусов клопов не обходилось ни одна ночь вплоть до наступления освященного 20 века и прачечных в каждом доме. Цветочный камуфляж. Замаскировать ужасные запахи мог только парфюм, который мобильно поливали за кукурузовые простыни, одежду и вообще все, что не подвергалось чистке больше пары месяцев. Антисанитария в моде. Укладка волос с гусиным жиром была крайне популярной в те времена, и на этой питательной почве чудесно себя чувствовали разного рода паразиты. Кусочки животных на лице. Сложно поверить, но когда-то женщины носили на лице искусственные брови из мышиной шерсти. Простуду лечили пиявками. Пиявками лечили рак и простуду, колики в животе и головные боли. Пиявочные доктора процветали, а люди гибли от заражения крови. Прижигание вместо прививки. Открытые раны чаще всего лечили раскаленной кочергой, таким образом борясь с инфекцией. Иногда после таких вмешательств приходилось ампутировать руку, но случалось, что кочерга помогала. И напоследок народная мудрость. Все, что я хочу, сбывается, рано или поздно. Ставим лайки, подписываемся на канал Тихон Шоу, рассказываем друзьям и всем спасибо.